Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну а выше? Логично, что она вверху. Выше чего? Так, еще. Ну, поселенца. Блин, она выше, еще выше, чем город, который я поставил, этот Лавкин мапу. Давайте сменим. Так, вообще давайте сначала купим клетку и поставим видишь, вообще, здесь. Ты должен был уже увидеть. Кампус. Два хода. Не, я вверх особо не разведывал. Дальше, если я вот сюда ставлю город, то еще влазит сюда. А что у нас в этой игре есть морские нации? Ага, и тут минус два. Санглия, по-моему, да? Дидона не настолько морская. Дидона морская нация в начале игры, а потом уже так. Так. Ну, хрен знает. Сюда. Раз, два, три. Ну да, вот как-то вот так. Тут два города только влезет. Ладно. Да, попа полная, мне увели Артемиду. Пошел я в обычный век. Что тут? Блин, рыбацкую лодку разграбили. Ну, все еще одного очка не хватает инку, японцу до... Теперь я злой, все, египтяне, я злой теперь, все. Строю армию. Египтянин, это кто тебе угрожает? Вармонгеры пошли, вармонгеры. Да, у меня здесь мапуш, нормально. Конечно, под боком, это пугает меня. Не то, что он мне персонально не нравится. Есть определенные она соображения. Тут. Пока производство. Я понял, ты ему лично не нравишься. Мапуш, но ты тут уже город где-то японцы выйдет, стоит. Не, я не успеваю. Один ход остался, где мне 5 очков взять? Не, ну не в это. Стоунхендж. Сейчас прям. Все еще 23 очка. Блин, японец, и одно очко не хватило до золотого века, да? А, тут уже океан, вот как все плохо, ёлки-палки. Я не думал, что все настолько печально у тебя там. Поундмейкер. Да, ну жалко, что жемчуг разграбили. Ну, следующим ходом руинку беру, ведь следующим ходом в темный век, а у меня тут и лагерь, и руинка, и вон, выход в деньги. Нормально все. Так, давайте мы трудовую повинность отложим. Военную мы ищем тебя. Я сейчас ускорю следующим ходом. А все равно трудовая повинность следующим ходом откроется у меня. Так, рабочих сюда подводим. Это главная цель игры, найти. Или камень обработать. И убить. А если я на следующий ход выхожу в это? В античность уже вышел кто-то, да? Так, на следующий ход, надо было на этот выйти. Мне уже не засчитают очко, да? Вообще засчитают, но будет в следующую эпоху идти. Но уже в следующий век. Темный век, только 4 человека, все остальные в голову. Это вообще не радует. А кто-нибудь в золотое выходит вообще? Никто старался, но не старался. Никто в золотое не смог? Ну вы, ребят, даете. И этот Хорден тоже 23 очка, ему не хватило да. Очко. Shit can happen. Так, забираем. Ей. Дальше продолжаем политическую философию. Открывать что-нибудь поменяем. Поселенцы против варваров. Да не, не будем пока ничего менять. Блин, тут какие-то места такие интересные. Так, обрабатываем лошадей. Обрабатываем камень. Идем в город. Давайте еще раз смотреть. Здесь ставим город. Тут все занято будет. Раз, два, три. Ну, тут нету вариантов. Здесь ставим город.
И сюда никак не влазит уже. Ладно. Египтяне, ну мы договорились, да? Нижняя оливка моя. Астрологию. А, ты можешь так купить, правильно? То, что надо. Пойдем в навигацию по звездам. Ну ты меня сейчас ставь. Вообще, надо морские юниты построить. Блин, а я поменял тут уже. Нет, еще можно. Давайте 100% вот так. И строим галеры. И может быть, ты будешь жить дольше. Ну тут вот есть еще территория, но вот тут жалко ставить города, потому что тут, конечно, погрустнее намного, чем в эту сторону. Здесь очень неплохие места. Дональд Трамп, если честно. А стену построить на границе? Обязательно. Все по канонам будет. В первую очередь. Без стены не канонично. Исключительно каноничный Дональд Трамп. Так. Что мы еще этим? Давайте, наверное, эту тропический лес вырубим. Пока. Мне надо поселенцев тут строить просто по очереди. Блин, у меня столько веры, а тут я понял, что я в религию не начал вообще выходить хоть как-либо. Тут ты понял, что ты не вышел в обычный, точнее, в темный век. Ого, сколько тут. Судя по названию, эту реку я первым нашел. Так, Пингала прибыл, и мы можем его качнуть. Рабочих. На науку. Непонятно. О, здоров, я Пошка. Я Пошка. Вот из-за, ну, мы с тобой что, живем на острове каком-то или что? Да тут сена. Странно, какое-то место нам выпало, очень странное. Очень... Пангея вот. Просто какая-то омега-дебильная. Ну, надо смотри, ты можешь рабочих, чтобы вот это вырубить все. Там у тебя места есть, там потом разведать. Центр коммерции вот. Ставить. Я сижу по одному краю, а ты по другому. Видимо, так. В этом, в Лондоне мы поселенцев фигачим постоянно. Пангея реально очень похожа на фрактал. Да даже фрактал иногда более пангейный, чем Пангея. Мне кажется, это из-за какой-нибудь дидоны морской нации, знаете, там режет. Специально, чтобы она могла селиться. Игра поломалась у нее, да? Не, ну вот в пятерке, например, если есть Полинезия, то всегда Пангея очень странная делалась, если в партии Полинезия. Так, значит, я решил сюда ставить. Ну, тут коммерческий район будет, вот как-то так. Видите, здесь уже лояльность высокая от японских городов. Где он тут вообще? Слушайте, вот тут, походу, место есть для города. Я понял, собери, пожалуйста, прачку. Выглядит так. Блин, спасибо. Так, атакуем пиратов. Ты с другой стороны, египтянин, ты у меня единственный сосед. Надо с кем-то торговать. Строителя. Делаем. Нет, тут ГГшка не пускает моего поселенца поставить весь город. Я уже ненавижу. Астрологию открыли. Я больше схожу к выводу, что лучше нам с тобой дружить. Ну, вообще тут еще места есть, как я вижу. Конечно, я проживу подольше. Я тебе предлагаю вечную жизнь. Что ты не понимаешь? Вечную жизнь? Я и так египтянин, я не умираю. Ну, это мы можем проверить, конечно, но... Два морских ресурса. Чё ты какой-то агрессивный, Инвиктус? Да капец, блин, вроде... это же Инвиктус, ребята. Я тебе предлагаю мир, торговлю. Чего, ну Инвиктус обычно добрый. Снова разлогинивайся, мы тебя узнали. Да, чё-то. Соло со мной никогда не воевал. Вы видите, что с человеком обычные +5 к силе делают? Вот буквально чуть-чуть сильнее все началось.
Я тебе предлагаю Штаб жизнь. Терроризирует всю карту, да. Как нам говорили, с террористами переговоров не будет. Как ты можешь жить, где у тебя... Я наученный опытом. Переговоров с ними, конечно, вести нельзя, но этот, усиливайте сразу города. Блин, а что тут тогда такая большая... Знаете что, тут, наверное, можно будет город поставить mm-hmm. еще. Когда я свой поставлю... О, Тенрю разлился, хорошо, тут никого не было. И ничего не стояло. Тебя, здесь варвары не интересуют, что в твоей одноклетке твоей горе. Нет. Пускай сидят. Они достаточно дружелюбные товары. Пускай живут. Да. Тебе бы лишь бы... Ходить только долго, да? Видите, сложно расселяться. Инвиктус, ну вообще. Не, я тебе предлагаю мир, торговлю, фруктами, не знаю, тканями, что ты хочешь. Что там у тебя есть? Вон, сахар у тебя есть. Это хлопок. Рабами. Рабами, да. Я, кстати, первый кампус построил. Как это? Шучу, не хотя, бананы, да? Хотя у нас с тобой один континент, у нас с тобой только одна же религия. Я о том же и говорю, но ты все... Вот, тут уже в античной республике кто-то. Непонятно чем. Ну, не сказал бы, что прям такой офигительный буквально ученый. Там через пару ходов смогу янтарь продавать. Есть? Ну, кто-то уже... Ну, это скорее живой, всего, янтарь. Это ну, Финикия. Финикия построил Катон, причем уже два, но ему надо. Кратон Кон. Я играл за Карфаген, за Финикию. Мне вообще хотел, в театралочке надо тоже идти, потому что у меня способность от шедевров там, по-моему. Судостроение ускорено. А, две галеры. Ну и куда ты уплыла, моя радость? Возвращайся, будем воевать. А нельзя никак посмотреть, ну вот, наконец-то границы инка. Ускорение цивика или нет, если у тебя уже прошло... В общем, если тебе, грубо говоря, один ход остался до конца... Ну так открой цивик, если есть ускорение, то розовеньким будет. А, все, я понял, он подсвечивается. Водичка разлилась. Ну, блин, тут центр коммерции надо здесь строить. На самом деле. Ладно, давайте строителя. Пока. Еще поселенец. Не, ну я не знаю. Конечно, я могу тут где-то город ставить. Три, но смысл, тут клеток не особо. Единственное, что у меня получается... Железо в этой игре есть. Нету соседей, я не смогу свой бонус Элеонор использовать. Но мне кажется, вот здесь еще будет неплохое место. Вот выглядит, видите, тут пустыня, но я сейчас пройду вниз, и мне кажется, тут неплохо можно будет поставить. Единственное, что мне для того, чтобы там поставить город, надо судостроение открыть. Блин, надо навигацию по звездам убирать. Блин, лишний ход открывал. Там только один сет, кажется, не курдизас. Давайте, может, собственно, в судостроение и пойдем. Что мне тут из этого важно? Ничего. Судостроение, как раз. Мне надо. Да вот я сюда... пошутил, египтянин, я не буду воевать, что-то войска настроил, ты, господи. Да хрен тебя знает. Да что ты. Нифига, этот Кри, ты немножко как бы в наглую подселяешься. Как это нагло подселяешь? Мне больше некуда. Ну, видимо, где-то здесь надо будет ставить. А, еще видео. Давай, расслабься. Слушай. Ну это нагло. Куда я тебя подселяю, алло? Я своими границами расселяюсь. Да, ну место... Я же тебе послал дружбу. Походу нам дофига тут. Только что. И вроде даже неплохие места. Так, вырубаю тут лес, оставляю тут производство. Этот поселенец... Идет вверх. Нет, кому продам? Мы с тобой единственные соседи, кому ты будешь продавать? Я ж тебе объясняю, мне с тобой дружить нужно. Торговать хочу с тобой, торговать, не вы. Что за человек ты? Нет, вы понимаете, как переобувается вообще?
Вначале угрожал, теперь торговать. То молись за свою жизнь, то теперь про этот продажа уже какая-то пошла. Японец, а можно я вот поселюсь между тобой и мной? Под Киото, короче, где-то здесь примерно. Не сильно близко к тебе, но будет стоять город между ждем. Нами, нормально? Мне надо здесь коммерческий район. Или сначала даже политическую площадь. Я сначала политическую площадь поставлю. В общем, не зря я Виктора сажал в крайний город. Да, без проблем, я половин. Только плохо Ньюкасл расти плохо будет. Так, мне надо как-то... Почело защищать своего, который... О, куда он? Если на редкий ресурс что, ставишь город, он мне отправил караван? Да. Но если ты его поставил до открытия... Нет, редкий обрабатывается. Ничего себе. Не слушай. Египтянин, ты будешь делать мир или не будешь? Нет, там Виктус, это слишком страшно. А вот и первая война. Понеслась. Ваши ставки, господа. Все всегда радуются, что это не к ним, да? Не у них происходит. Прошу внести в протокол. Но он угрожал, но не нападал. Вармонгером теперь ты будешь выступать. Нет, так не работает. Именно так и работает. Так, давайте в очередь амбар тут поставим. Здесь все откладываю производство для того, чтобы здесь поставить правительственную площадь. Войско настроил, господи, 200. Нет, 200 это еще немного. Ну это ж явно коляски там. Летающие, которые. С крыльями. Производство возьмем. Два влияния. Ты меня спровоцировал. Я бедный и несчастный, боюсь тебя слишком просто. Давай. Знаете, я, наверное, против варваров поставлю пока. Хочу вот с этими... Бассейн там свой этот построил. Выпендриваться. Я иду в золотой век. А, это вот зачем он повел, чтобы город тут ставить. Так. Ну я надеюсь, что он тут поставит город. Вряд ли он сюда он дойдет. Но вот этот город можно, кстати, попробовать по лояльности, хотя все равно далековато будет. Все равно далековато. Тейсио Хида, и тут все японец сошел. Ну вот смотрите, долина внутри гор. Просто не пробраться. А, хотя эти... Будут строиться как их. Тоннели же можно будет строить. Слушайте, а может мне этого поселенца как раз сюда и везти? Я как раз открою сейчас судостроение. Да, давайте сюда поведем. Тут можно город. Так, сколько у меня городов вообще? Раз, два, три, четыре, пять. Это шесть, это седьмой. Зря Бадик это вначале затеял. Почему? Шушкири, я так понимаю, у нас с тобой неизбежно будет война, судя по всему. Да почему? Ну слушай, ну ты блин, меня политическую... подселяешь. А, я взял политическую философию. Так. Где я тебя подселяю? Я даже не вижу. Ну как ты не видишь, если ты ставишь, типа, город рядом со мной? Рядом с моими границами. Так. Ты даже твои границы не вижу. Агрессивная, экспансивная политика в моей... Боже, что за оговор? Никакого оговора нет, типа ты взял, поставил город, типа раз, два, три, к трех клетках от моих границ. Предварительно не посоветовавшись со мной. Если бы ты сказал, я буду ставить там город, да. Типа, окей, вопросов бы к тебе не было вообще никаких. Ты взял и поставил молча? Ну, как бы окей.
Японец, давай открытые границы, я пойду, чтобы не мешаться тебе тут. Ну, мне нету смысла. Я тебе предлагаю сейчас уйти, я прощу твой выпад. Наглый. Единственное, что вот эту клетку, чтобы он не выкупал. Ну, сейчас ты не видишь, что это будет упорка на всю игру. У нас мало мест, я справа уже... Упорочка! 5 городов, 5. Это, нет, даже 4, потому что ты-то уже хочешь поставить, потому что не будет в тундре. Ой, а что это? Почему-то, когда ты ставил город в двух клетках от моих границ, почему-то ты не предупредил меня, Мочи где его, это? Мочи тогда его, еще не было двух клеток до твоих границ, да? Это было в трех клетках твоих границ. А, вот, вот так вот, знаешь. Вот значит, я тебе должен предупреждать о трех клетках, а ты меня нет. Ты до того, как я тебе сказал, вообще не видел, что я там город поставил. А я твой город видел. Здесь несправедливость царит. И что теперь? Ну все, короче, война, что мы говорим? Что такой злой? Отлично, еще война, здорово. Как мне хорошо, никто никаких претензий не предъявляет. Политических переговоров с Лешей, кстати, не ведет, и он радуется всем войнам, потому что, походу, рядом с ним никого нет. А что ты, не понимаю, вы все против меня, что ли, играете? Думаешь, только один Леша радуется? Я думаю, все остальные шестеро человек, которые не воюют, все радуются. Я очень рад. Леша радуется такой. Ой, это фидики. Почему она как Рим выглядит? Ты не можешь отрицать тот факт, что ты радуешься? Конечно, я радуюсь. Изи маник. Он купил копьеносок. Это незаконно, я считаю. Это все, это да. Это, конечно, край. Границу надо видеть. Так, ну давайте стрельбу из лука. Покупать юнитов это... Камен... Нет, камень, ну, давайте каменную кладку сначала, потом стрельбу из лука и колесо. Сколько золота-то у японцев? Чудес, ну, тут вот... никакой ранней войны не будет, как вы понимаете. Скорее всего, а надо за чудо? С японцем будет союз заключать. И он единственный с кем-то, потому что я даже не вижу, где сосед сверху. Так. Дюзас, надо понимать, я надеюсь, ты дальше надо решить, было. Куда не город города ставить. Ну, тут, конечно, кампус вот тут офигительный, да? Ну, у меня, видите, небольшой выбор. А что, финики же города в море основывают? Я бы, наверное, где-то вот тут все-таки поставил, вот сюда. А этого поселенца сейчас повел бы вот сюда ставить вот город. Вот первая военная мощь. Не знаю, тут вряд ли воров... Хотя, наверное, появится, давайте защищать на всякий пожарный. Так, тут тоже вырубим лес. Давайте зал для приемов сразу, чтобы... Можно было взять... А, блин, я уже могу взять губернатора. Ну, трех надо взять. Я думаю, что надо и Магнуса брать в Бирмингем, и Рейну в Бристоль. Так, сначала... Сначала Магнуса в Бирмингем. А Рейну я возьму, когда вот зал для приемов построится. Так, главное, чтобы там не появилось опять квадрирема. А что это закупленные варвары такие? А, вот где Сендай. Ну, вообще нормально. Или влезет тут еще какой-то город. Блин, сраный Лос-Анджелес. Да, еще влазит типа сюда, но... Я думаю, ни он, ни я не будем ставить сюда города. Единственное, что способность Элеоноры, походу, не будет работать. Отваливание по лояльности. Так, постоим пока. Здесь идем исследуем. Здесь китов надо обработать. Парни, это настроил. Что-то мне кажется, что мне не хватит этих коней. Ну так может миритесь? Нет, но ваших я, может, и заберу. Так, и этого, значит, я решил. Тут очень не вовремя подошел варварский лучник. Тут вообще как-то производства нету особо, да и здесь нету производства.
Ну я бы сюда вел город ставить. Тут вон эти слоны такие нехилые. Ладно, пойдем туда. Так, здесь надо коммерческий район строить. А, прикиньте, ребят, я нарандомил. Я построил рудник в свое время, ну, рандомно, на пустой клетке, а под ним появилось железо автоматически. Молодец. Кайф. Вот такой фигни еще. Да ладно. Shit happens. Мне не хватило 5 хп добить город. Да, я знаю, что тут плюс 4, но тут будет соседство с гаванью, это важнее. Я думаю, почему у меня 4 железа вход, а не 2 должно быть? Там рудник еще один заспавнил. Пиздец. А почему Инвиктус молчит? Я расстроен, я разочарован его поведением, поэтому испорчена игра, я иду убивать. Кровью налились глаза. Набил 10 хп в гранате. Сколько экспрессии там у кого-то. Так, пошли с лагерем разбираться. Потому что у меня... потому что у меня зашел Виктор. Витя в гости зашел, Витя. Виктор in the house. Ладно, кажется, меня выпилили. А что, римлянин пошел на паунмейкера? Кого выпилили? Кто и кого выпилил, расскажите. Рим выпиливает меня, бедный Крик. Я собирался с ним торговать. Ну, как бы на легионах это норм тем. А, так мы не готовимся к следующему быть выпиленным. Надо готовить армию. Вот ой, меня зачем? Боялся. Надо было... Мапуче. Надо ну, было боялся, риф да, брать. Это заслуженно. Но я мирный. Так, навигацию по звездам открыли. Не, ну, блин. Ты мирный, но города ты ставил агрессивно. Хорошо, что у меня место вот есть. Этот город рядом с моей столицей, это вообще перебор. Какая горная вообще Англия. Ты вообще про что? Сразу говорю. Ой. Уходим. Там еще и варвары, что ли, в штурме твоей столицы блин участвуют, или что? Я так смотрю. Я не знаю, кому тоже кто-то сверху как? Будет, наверное, или вообще никого сверху не будет. Все плохо. Возможно, меня это Господь карает, потому что протестантизм не принял. Да, подожди чуть-чуть, мы спустим. О, придем. Давайте на воду спустимся. Это нас спасет. Вот римлянина меня это не спасет. Тут мы ждем Магнуса. Тут мы вырубаем лес, а этим тоже сюда плывем, будем вырубать, когда Магнус прибудет. Так, ну что ты сделал, римлянин? Куда-то. О. Ну ты как-то города какой-нибудь к границам поставил сильно. Это о, интересненько. Так, дальше давайте, что мы тут. Блин, то, что я тут зажат между вами. Верховую езду, обработку бронзы. Ну извини, что такое бывает. Мельница ученичества. Ученичество пока рано, мне бы расти. Так, что-нибудь тут поменяем. Надо было Рим банить. Нет, изоляционизм мы не можем поставить против варваров. Он же меня обстрелял, давайте, наверное, пока закончим поселенцев. Ты бы видел, что у меня тут на территории происходит. Поэтому производство... Ну я тебе говорил, там сносить лагерь ты не хотел. Пришел варвар, разграбил мне табак, убил моего лучника, ты говоришь, что за меня... Да нет, наверное. Просто, не знаю, деньги тоже не надо. Это единственный мой ресурс, роскошь. Ладно, давайте на строителей, наверное, возьмем пока. Зашел последний ход, тебе не хватило немножко добить, я его посадил. Зашел. Так, тут я жду, мне надо вырубить этот лес и центр коммерции тоже строить. Подожди, может тебя еще и не выносят, паунмейкер. Вон, Маква с Кахайкан восстановился, похилился. Так римлянин, это не римлянин, это варвары атакуют. А. Римлянин с другой стороны. Блин, появились. С двух сторон сразу. Древема появилась, блин. Жестоко. Меня тоже со всех сторон палит. Блин, да чё нам... Чё они тут спавнятся, эти квадри? Надо с этим лагерем разбираться, конечно. Я не хочу, чтобы он мне тут жемчуг... Но он убьет вполне.
может убить мне прачника. Так, отбегал. О, я могу в Киото и в Нагою отправить. Но тут надо, наверное, из Шеффилда надо в Лондон отправить. Чё, лучника откуда-то достал? Вот ты если бы Лос-Анджелес не поставил бы там, я бы приходил бы там спокойненько, коняшечку. Ладно, тут римляна еще карфагенянин поджимает сзади. А пилит почему? Купить ли эти клетки? Что за кластерфак, не могу понять. Ну ладно, я не знаю его логику. Реально какой-то кластерфак получился в этот раз по спавну. Реально очень криво заспавнил опять. Ну, генерация. Так, а сколько городов продолжает вообще у Японии? Откуда здесь твой разведчик? Разграбить. Так, у него 4. Сидзуоко еще где-то есть. Вот он на море появился, кстати, ушел с моря почему-то. Такой наглый ружечки от тебя не ждал. Ты выглядишь на последнюю военную была. О! Да тут. Так я подрубил на трех луков, я подрубил за два хода. Угрожал. Думал, я стерплюсь спокойно. Ну, ты хотел меня вынести. Такое самонадежности я не ожидал от новичка. Виктор, это как будто что-то такое сверх. Не, ну я, в принципе, у тебя было на 200 больше этих воинов, и то ты не смог ничего сделать. Вы издеваетесь? Вы чисто, блин, жемчуг постоянно мне сносите, варвары долбанные. Скауты. Так, ладно. Так, сделаем. Так, Рейну... В Бристоль. Да. Зал для приемов построен, поэтому тут счастье и... так, тут ждем следующего хода у Магнуса и... Ну, не знаю, строить мне верфи. Уже. Так, из Шеффилда в Лондон. Блин, а чё по воде-то, ну? Блин. Значит, Ньюкасл. И то все равно по воде пройдет часть. Хотя мне тут вот японец проводит дорогу. Ладно, давайте так. Слушайте, ну вот это... О, а тут... Так это, блин, все еще Пангея? Инвиктус, мы такие с тобой соседи, прикинь. Ты будешь смеяться, но... Как мы можем быть соседи? Ну вот так. Я тебе хочу сказать, что до твоих этих границ от меня примерно 8 клеток. Вот там, где мы встретились. Не знаю, я тебя не вижу вообще, где ты меня встретил. Ну, потому что я тебя на море встретил. Ну, с моря. Паунмейкер, а если тебя будут выносить, можно я у тебя куплю места сипик, чтобы не идти его и завоевывать юнит и не тратить? Нельзя передавать города. Нельзя, да? Нет. А ты и так не отдал, еще захотел. О, не разграбил меня жемчуг, да. Отлично. Так, ну хрен с этим варваром. Пойдем город ставить. Янтарь никто не хочет купить? Так, все, Магнус приехал. Вырубаем, значит, мы поставим вот здесь. Слушайте, не, ну надо вырубать. Давайте, наверное, гавань построим эту вот здесь, верфь. Так. Раз вырубка. Два вырубка.
стену, ну может построить стену, ускорить. Хотя нафига мне в этом городе стену, он просто неприступный. Может висячие сады? А-а-а. Блин, ну коммерческий район. Висячие сады только около... А, на реке. Блин, ну не хочу я висячие сады здесь строить. Древние стены тоже не хочу строить. Ну, строителей давайте, получается. Так, здесь мы сделаем монумент. Так, это, Алексей, мы уже стоит торговать, да, получается? Там есть города, да? Поблизости? Да, по идее, да. Сейчас к тебе приплывут, и я посмотрю твой город. Ну, не надо мне угрожать. Ты уже Нет. доугрожался людям. Я хочу торговать, я же говорю, торговать, Алексей, торговать. Слово исключительно торговать. Мирные намерения, да. Да ё-моё. Квадрирема. Не успокоится, пацан. Таран ведь нет. Сюда ставить. Ну, может быть, и да. Чё так недалеко, чтобы было. Производства тут, конечно, нет вообще. В этом городе. Так, центр коммерции завершили рынок. Здесь рынок завершили торговца. И надо бы изоляционизм поставить. Давайте один ход. Поставим изоляционизм. Вырубим. Здесь скот. Этим вырубим камень. Так, пошли исследовать территорию дальше. Там, походу, тундра сверху. О, Лос-Анджелес. Следующим ходом посмотреть, добегает до Лос-Анджелеса или нет. Так, тут на рост и производство. 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 Так, надо в Брэдфорде еще включить. В принципе... А, слушайте, а что я тут квадрирему прачником не обстрелял, а? Так. Ой. Ой. Блин. Когда варвары какие-то левые. А, вот это проход на ту Пангею. Блин. Да, очень интересные, конечно. Территории тут. Так, вырубаем коров. Блин, ну что со мной не так? Блин, ну почему я на эту кнопку нажимаю? Заряд рабочего потратил. Молодец. Просто молодец. Так, еще 13 ходов. Вот тут надо рудник убирать, потому что здесь будет кампус. Так, здесь орошение, кстати, открыл. Открыл. Отлично. Стены построить, водяную мельницу построить. Тебе не жалко? Надо? Москва. Нет, ничего не буду менять. А, стоп, я хотел поменять, да, надо менять. Надо изоляционизм ставить. Так, и дальше пошли исторические хроники или строительство. Пока строительство пооткрываем. Строители завершили. Роста пока еще надо два хода что-то построить.
Видите, может, всадников построим. Да. И тут интересно, Пангея, судя по всему, вот этот маленький перешеек на... А мы там вдвоем с японцем, что ли? Но мне надо, значит... Мне, значит, надо... Ё-моё. Японец. Убегаем. Мне надо доминировать. Давай на море. Хотя мы с тобой вдвоем на последнем месте по армии, так что я думаю, мы воевать. О. О, польский поселенец. Хм. Это интересно. Польская колониальная миссия какая-то. Так, построим здесь. Надо видеть, людей отказываться или нет. Нет, нельзя. Что людей? От великих людей пропускать. Да, нет, нельзя пропускать. Да, вот это единственное правило. Так, пускай лечится. Давайте в Ньюкасл апон Тайн отправим из столицы. Здесь монумент завершен. Давайте, наверное, верфи. Тут и амбарбы. Неплохо. Давайте верфи пока. В Лондоне тоже верфи. И исследуем дальше. Что? Не хочу в средневековье, мне тем более. Ну давайте пока строительство. Потом отложим. Все по чуть-чуть будем так исследовать. Итак. 7 городов у меня стоит. Вот здесь еще куча территорий для городов. На самом деле. Рапануй, может ты с варварами тут повоюешь, нет? А то как-то... Напряжно. Я знаю, что тут еще есть... Эти, как их... руинки, но... Ну тут надо убирать скот, потому что тут коммерческий район у меня будет. Все еще нет желающих янтарь купить? Ну, самого есть. Нам с Виктором не до янтаря. Виктор заселяет все. Так, центр коммерции пока нет. Где колодц и фарусский маяк пока не хотят. Хотя... То есть, когда ты прям воевал с самого начала, может, колодц здесь? Не, надо... Не, ну это монумент, чем потом разнять? Центр коммерции. Просто убиваешь мне экономику, если я тоже... Я должен строить юниты. Между... До меня была убита. На чем? Ну я бы хоть построил какие-то... Не знаю, кампус, может, построил бы. Ну все, я тебя понял. Чё за предъявы, Инвиктус, твоя экономика была уже убита до меня, чё ты? Так, строительство. Потребление тоже решил побивать экономику. Слушайте, давайте водяную мельницу лучше здесь построим. Нужно убить не экономику. Два хода буквально. Единственный город на реке... А, нет, еще Шеффилд. Так. Отложим... Исторические хроники. На последнюю секунду. Готов тебе мир предложить. На последнюю секунду еще 30 лет осталось. Кто мир мне готов предложить? Или не мне? Рим. Что, все-таки решил мир заключить? Ну, что-то мы сейчас просто можем упороться в это дело, мне кажется. Вот это разумное решение. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал...
это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!